Как обычно, после школы надо делать очень много уроков. Я, конечно, их села делать. При этом так хотела спать. Как же хочется спать. Ева, не мучай себя, ложись спать. Че, реально? Как только я легла спать, мой сон сразу пропал. Ева, если ты не спишь, садись делать уроки. Но когда я садилась за уроки, я жутко хотела спать. Ева, если ты хочешь спать, иди ложись спать. Не надо себя мучить. Тогда я попробовала лишь второй раз. Все повторилось. Что за прикол? Тогда я решила проверить. Я то садилась делать уроки, то ложилась спать. Да ну нафиг! Я поняла, на кровати не хочется спать, поэтому я решила перетащить все уроки туда и делать уроки на кровати. Но ничего не помогло, я снова заснула. Подпиши, чтобы ты не засыпал, когда ты делаешь уроки. Школа, школа.